Мои хорошие, всем привет! Привет, YouTube! Солнечный привет из Мерсена! Мы идем с вами открывать сезон! Юху! На бассейн! Так, у нас, короче, новые законы на бассейне. Иду знакомиться со спасателем. Взяла с собой морковный пирог. Да-да, мои хорошие, я пеку морковный пирог каждый день. Упс! Сегодня суббота. Ой, какой горячий. Какой горячий. Морковный кекс. Ну, чок газель. Готовлю каждый день. Каждый день съедается вот этот. Вот это такая вот форма, мои хорошие. Каждый день. Скоро у меня попа будет шире плеч. Шучу, конечно. Метаболизм. Так вот. Я взяла морковный пирог, потому что у спасателя там чай, столик, он там охраняет, все контролирует. У нас новый закон. Все на бассейн ходим в шапочках. И я сегодня ходила покупать шапочку. Сейчас прикреплю видео. Еще надо. Что, серьезно, наша посылка? Да. О, мои хорошие, видите, как у нас тут кидают посылки прямо к КПДЖ дому. А вот мой новый головной убор для бассейна. Как-то так. Перламутровый. Дорого-богато. Ну что, распаковка чек. Юху! Какая нежнятина! Да, Маруся, ты была права. Где зарядка? Вот чехол для зарядки. Чехол для телефона. А где зарядка-то? Маруся, конечно, расстроилась. Она так ждала зарядку на iPhone. Наша сломалась, одна, вторая сломалась. Ей скоро на тренировки ходить. Ну, нежнятина, да, вообще. Такие глазки, пуговки. Тебе нравится? Да. Не расстраивайся, придет зарядка твоя. Это тоже чехол у тебя красивый. Тоже такой яркий. Его нужно протирать, я думаю. Да. Ну, хорошо, протирай. Чек взяли. 100 лир стоит чехол на трендиоле. И чехол для зарядки сколько? 120 лир. А сама зарядка, по-моему, 200, да? Угу. Ну, такой красивый чехол. Его можно на шею, что ли, вешать, или что это? Нет, это для зарядки. А, это на провод надевается? Угу. Ой, как интересно. Ну, давай уж. Красоту такую. Ой, ну чок-газель. Удобно? Угу. Но цвет очень няшный, красивый. А теперь давай сними меня, как я мерю шапочку. Как я мерю свой головной убор. Презерватив. Ужас. Ну что, мои хорошие, запоминаем Балину. Теперь у нас такой порядок. На бассейн все ходят в головных уборах. Наверное, чтобы не было вшей. Ввели этот закон с этого сезона. И всех заставляют покупать шапочки. Я себе купила гламурную. Потому что такую шапочку, какую купила вчера моя дочь, я не хочу. Ой, ой-ё. Так, мои хорошие, вот теперь Балина. Ой, а как больно. А как же волосы убрать? Я ничего не поняла. Маруся, я правильно одеваю? Нет, переверни ее. Ты же в бассейн ходила. Может, мне надо заколоть? Сделаем паузу. Короче, Маруся сказала, я сделала себе такую гульку. Маруся сказала, что надо надевать не вот так вот, а вот так вот, мои хорошие. Так, с этой надписью, пускай надпись будет сзади. Бренд будет сзади. Так, ну... Пробуем, ныряем. Раз пошла!
да? Красиво, какой у меня череп. Прямо Нефертити, Нефертити. Ну как, Марусь? Лайки? Ставим лайки, мои хорошие. Как-то так. Мои хорошие, а посмотрите, как мне идет гламурный головной убор Марусин. Ну, чё гюзель. И голова дышит. Шапочка у нее тряпичная. Ну, вот как-то так. Зачем я себе презерватив купила резиновый? Ну, я ж хотела быть гламурной. Ну, вот как-то так. Все, я снимаю. Мам, выходи. И стой здесь. Что ты делаешь? Спасибо, Маруся. Ну что, мои хорошие, ныряем. Как я там дома училась. Так, раз. Мокрые волосы. Так, надо вот так вот это. О! Мои хорошие. Ныряем. А как ее одеть нам? Может быть так? Маруся, я не шучу. Я намочила голову. А как одеть этот презерватив? Чок-гузель, хочется быть чок-гузель. Маруся. Марусик, она купила шапочку. Таню. Марусечка, ну как, мать? Что, гузель к купальнику идет этот гламурный розовый тон? Говори, не ржи. Мои хорошие, ну Маруся за кадром ржет. Я ушки открою, чтобы я вас слышала. Ну вот как-то так. Ставим лайки, балалайки. Иду плавать. Презерватив плавает. Мои хорошие, сезон на бассейне открыт. Вы уже видели мой первый заплыв. Ну, немножко неудачный, потому что шапочка слетела. Сейчас я снова надену шапочку и пойду с Маруськой плавать. Маруся с собой взяла даже вот эту штуку для носа. Стоит на меня, смотрит, ржет. Даже очки для ныряния взяла. Ну, как-то так. Короче, угостила я охранника морковным кексом. Он меня поблагодарил. Ну, потому что надо заводить отношения, понимаете, дружеские. Мне же с вами еще с палкой селфи в бассейне плавать. Ну вот, так я думаю, я его подкуплю, накормлю. Он станет добрее ко мне. Ну, как-то так. Ну что, мои хорошие, я поплавала. Маруся осталась плавать на бассейне. Вода, чок-гюзель. Я знаю, вы меня ругаете, что я очень часто говорю эту мою любимую фразу чок-гюзель. А потому что, ну вот как-то так, вода очень теплая. Вообще комфортно находиться в бассейне. Все в шапочках, но все адекватные в шапочках трепишных.
Мне, кстати, Натя Калиничева говорит: Светочка, я тебе привезу такую чоп-гюзель шапочку, ты будешь просто королева бассейна. Ну, вот как-то так. А я купила себе вот такой вот резиновый презерватив. Он, конечно, очень неудобный. Ну, потерплю. Все ради вас. Немножечко с вами поболтаю. Хотела сказать, позагораю. Время вечер, время около 6 вечера. В Мерсине, конечно, жаришка, но нам все в удовольствие, нам в кайф, потому что мы с Маруськой очень радуемся жаришке. Мы наелись эстонским климатом, и нам хочется тепла. Какие у нас новости, мои хорошие? Ну, во-первых, прилетела моя дорогая зрительница Галия из Москвы и пригласила нас в гости в Эрдемли. Я не знаю, мои хорошие, когда мы до нее доедем, потому что у нас очень сейчас как бы напряженные дни. У нас надо отвезти документы в лицей, нужно сдать экзамен в лицей, нужно получить ВНЖ для Маруси. Ну, то есть мы как бы все время в пределе. Но завтра воскресенье, и возможно, мы вырвемся с Маруси в Эрдемли. Конечно же, все вам поснимаю, потому что Галия с удовольствием снимается в моих видео. Она есть у меня на видео. По-моему, зимой она прилетала в Мерсин. Не буду врать, но мы с ней уже лично знакомы. Так что в Эрдемле я никогда не была. На пляже, в море я никогда не купалась. Я не знаю, во сколько мы поедем. Может, мы поедем к обеду. Тогда мы просто погуляем по набережной, возможно. Или просто посидим у нее дома. Я сниму вам обзор ее квартиры, сите. Познакомлю вас. Ну, я думаю, что будет интересное видео, как и все мои. Хотя есть хейтеры мои хорошие. Пожалуйста, не переживайте и не думайте о Балине ничего дурного. Если вдруг вы увидите, что я в комментариях вот с этими имена вы видите на экране, вдруг вступаю в диалог, знаете, эти люди были у меня заблокированы на канале Миллионник. И я сделала амнистию для всех. Я сделала амнистию на канале Балина Лайфлог и сделала амнистию на канале Светлана Балина. Вот. Но вот есть у меня шикарные, просто лучшие, как говорится, зритель Арчи, который тоже был заблокирован. Заблокирован тогда, когда он меня не понял. Но он извинился на канале у моей подружки в прямом эфире и попросил, чтобы я его разблокировала. Я его разблокировала, и теперь он мне пишет самые прекрасные комментарии, даже пишет стихи. А вот эти люди, как писали, так и продолжают писать ерунду. Когда у меня есть время, когда у меня такое настроение, я, конечно, им колко отвечаю. Ну, потому что я умею отвечать. Я не жертва. Как-то так. И прежде чем Балиной что-то написать, создайте свой канал. Вот так вот напрямую пообщайтесь с зрителем. Поснимайте себя в разных ракурсах. Будьте смелее, потому что Балина Светлана очень смелая женщина. И отдохнули, чем везде, идем домой. Буду монтировать видео, чтобы вы успели его посмотреть. Всем хорошего дня, точнее вечера. Давай. Давай.
Умничка. Умничка.